Крылок свинолика, день первый. Это море. Море, море. Привет, чайка. Это море. Я очень хотел к морю. Так что приехал. Приехал к морю со своей семьей. О, этот ветер, ветер, посмотри на этот ветер. Левантер Stray Kids. Этот ветер исполнил мое желание. Да, Толкер? А, это не Толкер. Кто это? Кто вы? Давайте я вас сначала назову. Раста Влог Двеки. Хрюлок. Вы Хрюлок. Вас зовут Хрюлок. Хорошо. Теперь у вас такое название. Ребят. О, это статуя в форме Чанбина. Это кальмар. Моя сестра говорит, что здесь статуя меня. Вон они. Я правда так выгляжу? Нет же? Нет же? Нет, 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 нет. Точно нет. Нет же? Нет, 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 нет. Ни за что, вы что? Хочу поиграть в футбол, здесь есть поле. Хочу поиграть в футбол. Хотя бы мои глаза видно. В этом хрилоге вы хотя бы видите глаза. А, простите за прошлый раз. Тот легендарный влог Двеки, где не было Двеки. Все, что вы видели, это кенгуру. Так что сегодня я постараюсь побольше снимать себя. На голове у меня кошмар. Поэтому пришлось надеть панаму. И я в маске, потому что сейчас так надо. Стей, пожалуйста, носите маски. Почему зонтики выглядят так, будто это кальмары? Даже зонтики похожи на кальмаров, мне это не нравится. Они и правда похожи на кальмаров, правда же? Мама со мной согласна. Это часть с песком. Интересно, кому она принадлежит? Простите. Пожалуйста, послушайте звук волн. О, края не видно. Как я выгляжу, я надел очки. Как вам? Раньше вы меня не видели в очках. Сними меня. Как? Не думаю, что мне нужны очки. Оно записывает? Остаться в очках или снять? Когда я дышу, они... Неважно, делай как хочешь. Вот что я буду есть на ужин. Мульхве, а это просто хве. Моллюски, а это такояки или типа того. Я не уверен, что это. А вот королевский краб. Из-за этого хрилога у Стей потекут слюнки. Пришел в долину. Долина. Вчера я был на пляже, а это горная долина. Тут есть карпы? Есть ли тут детишки карпов? Сегодня отвлеку ноги Агуну. Вода такая чистая. Хочу приехать в эту долину с мемберами. Ногам так холодно. Я только ноги окунул, но это высосло из меня все тепло. Ноги уже привыкли к температуре. Привыкли к холоду.
Тут гора. И пансионат. Тут и костер есть, и все остальное. И долина. Тут есть все. Я провожу время с семьей в месте, где есть все. Только что поел лапши. Хрилок соответствует своему названию. Кажется, я снимаю много еды. Вот макуксу. Перевод фансап группы ТНТ озвучила Кадзе. Услышимся.